Всем здравствуйте! Меня зовут Резида, я преподаватель открытой йоги из города Азнакаево. Сайт openyogaclass.com, бесплатные интернет-йога-курсы и платные курсы подготовки преподавателей йоги на русском и на английском языке. Иду на йогу. У нас весна. Давно не снимала видео, и у меня должок на марафон 108. Ой, что такое ой? Ой, во-первых, это открытая йога. И во-вторых, это тот возглас, который ты произносишь, когда видишь свое снятое видео. Поэтому пока буду идти, буду записывать. Я даже не знаю, о чем говорить, но могу поделиться со своим позитивом. В нашей школе есть такое понятие, три позитива. Принцип антимытья, чтобы не мыть. И замечать позитивные моменты нужно делиться со своим позитивом. Первый позитив. Я позавчера приехала из небольшой экскурсии. Была она небольшая, но тем не менее насыщенная, интересная. Возможно, поделюсь как-нибудь. Второй позитив. То, что у нас весна. Все потихоньку просыпается. И третий позитив. То, что я иду к моим практикующим. Будем практиковать сегодня йогу простирания. На прошлом занятии меня не было, но тем не менее мои практикующие провели занятия. Меня заменила одна практикующая, поэтому у меня есть замена в таких случаях. Вообще очень люблю своих практикующих, хотя они по разным возрастам они у меня. Самый старший получается 73 года. Поэтому, несмотря на свой возраст, они меня заряжают позитивом, вдохновляют. Поэтому я с удовольствием иду проводить занятия. Что еще хочу рассказать? На моем канале была прямая трансляция каждый день по чтению книги «Карма-йога». Она немного приостановилась. После путешествия не могу зайти в Клию. Поэтому ждите, возобновим. Это замечательное занятие, когда я просто читаю в прямом эфире эту замечательную книгу про карма-йогу, автором которой является с вами Вивекананда. Ну, уже есть на канале много прочитанной части, поэтому в отдельном плейлисте вы можете найти и прослушивать. Вот такие дела. А я напоминаю, меня зовут Резида, я преподаватель открытой йоги
из города Азнакаево. Сайт openyogaclass.com. Бесплатные интернет-йога-курсы и платные курсы по подготовке преподавателей йоги на русском и на английском языке. Изучайте йогу, практикуйте, и будет вам счастье. Замечательно. У нас весна. Это микрорайон Йомаюл города Азнакаево. Всем пока!